Доброе утро, церковь и Божья семья наша. Я хочу засвидетельствовать и воздать славу Господу. У меня на домашней группе онлайн есть сестричка Инна Францева из Иркутска. Она очень много лет лежачая, не вставала. Она звонила нашим сестрам, чтобы за нее молились, потому что она очень хотела подняться. И вот недавно она попала ко мне на группу онлайн, и мы за нее молились, группа молились. И внутри говорили, что она подымется, чтобы она верила в это, потому что слово – это истина, и Господь нас давно исцелил на кресте. И мы за нее молились, чтобы она поднялась, она вообще была лежачая, не вставала. И вот в четверг на домашней группе онлайн, она два четверга не появлялась, по интернету не было него, я не знала. И в четверг мы начали за нее молиться. Я говорю: «Инночка, мы за тебя молимся, мы верим, что ты подымешься». И она мне говорит: «Таня, я уже встаю, я уже сижу». И это все было постепенно. Сначала одна подушечка, потом вторая подушечка, потом 15 минут посижу. А сейчас, говорит, я уже сижу 3 часа. И еще, говорит, я уже поднималась на ноги, но, говорит, еще побаливают ноги, но я верю, что я встану. И мы начали за нее молиться. Вы знаете, я хочу прославить Господа и ободрить всех. Верьте, потому что вера, Иисус нас давно исцелил, и вера, она поднимает человека. Иисус поднимает, слово говорит истина, что вы исцелены ранами Его. Поэтому я ободряю всех, всех, потому что Господь, Он велик, и я прославляю Его святое имя и благодарю. Слава Ему!